Хасан Магомедович, что у вас за новая картина? Федя, ты же сценарист. Ты же видишь, что она еще не законченная. А вот посмотри, как интересно. Рыбки там вот под этой корабельной такой яхтой. А вот это вот локатор. Локатор. А здесь еще будет много чего сделано. Я же шедевр делаю, сам понимаешь, да? Кстати, якорь виден? Якорь. Да. Якорь, да. Интересная будет картина. Все удивляются иногда, почему я говорю про свои собственные картины, что они могут быть шедеврами. Ну, это же просто сделать. Открой там, кто хочет убедиться в этом. И увидит, во-первых, что я член Союза художников России, что у меня много картин, выставки были интересные. Вот последняя была в ГИМО, предыдущие были еще, ну, много-много разных. Там есть даже международный альбом в интернете, где они могут меня найти, и там много моих картин. Но я иногда и шучу, потому что шутка украшает беседу, да? Но на самом деле я хочу тебе предложить, Федор, ты ведь у нас Макаров, киносценарист, сделал тогда «Ключ к мечте», хороший фильм у нас, можно на Хасай.ру и найти этот фильм «Ключ к мечте» и посмотреть, и там у нас и приемы по ключу. А сегодня я хотел тебе предложить новый фильм сделать. Давай новый фильм и новые приемы, которых люди еще пока никогда не видели в мире, вообще таких приемов не было. Это элементы «Ключ-2». Но весь «Ключ-2», конечно, я никому не даю, чтобы ни в те руки не попало. А вот элементы «Ключ-2» даю. А это и для актеров полезно, и для ораторского искусства полезно. Это полезно и для спортсменов, и штангистов, и шахматистов. Это для всех полезно, потому что там за короткое время можно воспроизвести у себя из памяти счастливые моменты своей жизни, превратить это в приемы, делать эти приемы, ну там по 5 минут в день, допустим, да? И то нерегулярно, там через день, через два. И воспроизводить вот это гормональное состояние, прекрасное состояние, когда ты счастлив, когда ты победитель. Там воспроизводить, это вообще элементы «Ключ-2», потрясающая штука. Давай сделаем, Федя? Давайте. Ну, когда начнем? Подготовиться надо. Дело серьезно. Ну, давай, я как раз к этому времени картину закончу. Потом всем покажем, в каком она... в прекрасном виде законченное. Главное, что дает этот метод ключ, чувство, что у тебя все получится. А с этим ощущением у тебя и начинает все получаться, за что бы ты ни взялся. Спасибо, Федя, да? Правильно я сказал? Как раз новый год начинать с такими мыслями. Да, значит, это план наш на Новый год, да? Хорошо, договорились. Один из наших проектов. Да. До встречи. До встречи.